Вот такая толпа на одну бабушку. Это нормально вообще? Да. Это ужас какой-то. Вот они не имеют права одного человека. Пятеро на одного. Да, пятеро на одного. Это ужас какой-то. Не стыда, не совесть. И вообще совесть есть у них. Путинской бандой, черную с проклятой ордой. Пусть ярость благородная вскипает, как волна. Идет война народная, священная. Тащите. Бессовестно, совесть вообще есть? Нет. Ой, не пугайте меня, у меня тоже вчера понедельник. Нет, нет, не пугайте. Вот сейчас ей что-нибудь случится, кто отвечать будет? Ей же не 17 лет. Это наверное. Надо в YouTube выставлять все, вот это самое в YouTube. Да не переживайте, видео есть, как бы будет приобщено к административному в этом, никуда не денется. Ну, а при чем здесь это? Просто совести у вас ни хрена нет. Вы бы вот на войне вот так вот себя вели, пошли бы куда и вели себя так. А чё? А чё с бабушкой-то не справиться? А хрена ли? А чё перестаньте? А чё перестаньте? А чё перестаньте? Так это правда. Вы на одну бабушку, а 6 человек пришли. А почему в совесть есть у вас эти грязи? Да никуда вы не пойдете. Сейчас приеду. Вы мне рассказываете. Меня там удалите. А, сейчас удалим. Это я для себя пока делаю. Выбор. Удалите, пожалуйста.